Воображаемый ловец Нимба, третий день события, новое, кстати, испытание. Здесь вам нужно получить 480 очков. Давайте детали посмотрим. А, тут 5 этажей. А, условия прохождения. Получите 600, пройдено за 30 минут. Способы получения очков Творца Победы над противниками, прохождение испытания областей. Доступные спутники. Ничего себе. Ладно, подождите, давайте посмотрим, что у нас. Они хитрецы! Каким образом я буду проходить это с такой пачкой? Это вообще невозможно. Ну ладно, 30 минут дается. Давайте хотя бы ставку на этом сделаем, посмотрим. Так, выбирайте маршруты и побеждайте врагов, чтобы получить очки Творца, опыт Творца и усиление. А столпы усиления в этом подземелье предоставляют различные усилия, а столпы призывания позволяют призывать персонажей. Капец. Погодите, дайте оглядеться хотя бы, посмотреть. Ладно, поехали. А, видимо, нам туда, да? А, это начало, типа, если... А что посмотреть данные, что такое? Впереди противники. А, понятно. Я вообще не знаю, что делать. Что это за штука? А, мне, типа, надо сюда встать. Да капец! Сколько очков-то я набрал хотя бы? 25 всего лишь? Вы серьезно? Можно хоть что-нибудь? Капец. Как же непривычно с этими персонажами играть. Они специально так ограничили все? Ничего себе. Так, так. Сейчас все сделаем. Нормально все, поехали. Ух, есть! Даже сундук есть, смотрите, богатый сундук. А, монеты. Я один из пяти прошел. А, это, ну, тут точно, конечно же. Мне, типа, позвонят идти. Если я пойду сюда, если пойду сюда... Ничего не понятно. А, по-моему, вот это называется призыв персонажей, а вот это у нас... Смотреть данные. Впереди стол призвания. А это? Усиление. Да усиление давайте. Мы, по-моему, А, если... Подождите, а если мы призовем кого-нибудь? Не-не-не, давайте призыв, ребят. Призыв мне больше интересен. И здесь, я думаю, что лучше взять Аята. А, за 100 монет! Мне 100 монет дали, понимаете? Погодите, а если... Я его призвал, а можно как-нибудь? Теперь его хотя бы... А, вот на L нажать надо, подождите. Жесть, как сложно. Интересно. Ну, это какое-то что-то новенькое, понимаете? Ну, прикольно они придумали. Ну, давайте за Аята, хорошо. Усиление я не могу, да, потому что у меня уже не хватает, наверное, монет. А, нет, смотрите, 45 монет есть, я могу. Атакующая тактика, поехали. И то можно было сделать. Так, это назад, видимо. Нет, это не назад, смотрите, погодите. А, да, это назад, и мы идем вперед. Все ясно. Сложно сориентироваться сразу. Нажмите, чтобы посмотреть настройки усилений. Ну, понятно. А, это можно... А, их еще надо экипировать. Ничего себе, это неожиданно. Так. А, впереди возможность выбора. Это что значит? Это я могу пойти, видимо, в разные комнаты? Впереди место восстановления. Но это нам не надо. Впереди столб усиления. А, столб призывания. Но призывать мы уже никого не будем. Хотя, если я поменяю всю пачку... Может быть, реально попробовать? Хотя зачем? Ладно, давайте. Столб усиления, поехали. Ух ты. Монеты. Давайте усиление возьмем. А, так, а это что у нас такое? После настройки мастерства всех стихий. А, персонажа, давайте. Так, а это надо через... А какая буква-то была, чтобы можно было восстановить все это сделать? Да йоу. Нел, это отряд. Подождите, я уже забыл, какая была. Ладно, надеюсь, не подскажут. Да вообще, по идее, здесь все должно быть очень просто. Ой, перейти в следующую область. А туда я не могу, да, уже, как я понимаю? Ну, видимо, да. О, поехали. Это мне напоминает Хункай, кстати. Да, точно. Так, посмотреть данные. Впереди возможность выбора. Впереди элитные противники. Впереди просто противники. Ну, давайте с элитки начнем. Что?
Все? А, это элитка называется? Ты что, шутишь? У меня тут есть кое-что. Ну, как я понимаю, за элиток дают нам больше всего. Давайте. Ноэль пошла под водичкой, все хорошо. Все, минус... А, следующая волна будет у нас? Извините. Я не понял. Шутки. Так, электричество плюс вода у нас хорошо идет. Ух ты. Кто-нибудь. Так, ну, я понял, все так будет. Вот так вот мы сделаем сейчас. Что? Так быстро? А, да, элитка, ребят, в приоритете все-таки. Ладно, богатый сундук давайте возьмем. Уровень дворца 4. Стол поселения или... давайте призыв, давайте, хорошо. Что мы можем себе взять? Я хочу рейден на самом деле. Как комик, кстати, тоже неплохо. Ладно, давайте пригласим. У нас есть 100 монет. 100 монет, да? Замечательно. И... поехали. В этот раз мы поменяем. Мы поставим тебя вместо тебя. Обалдеть, слушайте, я такого не ожидал. А с усилением мы тоже можем поиграть. А, нет, не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Так, окей, у нас есть рейден. Это уже хорошо. Надо будет в следующий раз, надо будет какоми взять, имейте в виду. Какоми надо будет обязательно взять. Так, это все, что ли? Блин, надо было начинать, на самом деле, не с рейда, надо было с Аята начинать с водой. Но сейчас уже никак не получится, потому что у нас заряд пошел ульты. Все замечательно. А теперь на яд. А ну-ка! О, какой же яд классный, а! Просто стоять и бить с кнопки, просто лучше не придумаешь. А теперь давайте так. Они разлетелись просто моментально. Что? И смотрите, тут ХП еще есть. Тут можно еще и ХП восстанавливать. Ладно, стол призыва. Давайте подумаем, стол призыва или усиление. Но я хочу пачку сначала нормальную. Давайте с этим разберемся. Я хотел Какоми, на самом деле. Хотя Какоми вода у нас. Шинхэ, либо Ганьюй. Я не знаю, не знаю. Ее имеет так себе. Ну, давайте на хиду возьмем. Давайте на хиду возьмем. Вообще, кстати, можно сразу и Какоми взять. Ладно, хотя там у нас и так все хорошо. Сложный выбор, на самом деле, очень сложный. Ладно, давайте, на всякий случай, на всякий случай. И таким образом мы можем нормальную пачку себе поставить. Кстати, я вообще не понимаю, мы уже почти прошли весь этот данж. Но, ну, ладно. Так, и сюда мы поставим, соответственно, мы поставим Какоми. Ладно. Вот супер пачка. Пошло дело. Так, усиление. Давайте с усилением. У нас, в принципе... А, не хватает. Дальше, дальше. Времени очень много, поэтому я не вижу смысла... Ух ты, вот к чему нас готовили-то. И здесь нам опять предлагают столб усиления, чтобы сразиться с ним. Ну, хорошо. Хорошо, что я Какоми взял, кстати. А ну-ка, давайте приготовимся. Да, неплохо, неплохо. Да, хорошо, что я накиду взял. Ой, как хорошо. Посмотрите, что творится. Не, ну это очень просто. Здесь, знаете, что-то не хватает. Здесь не хватает сложности, это 100%, потому что, ну, мы получили сейчас 600 монет. Вот главное, что, не знаю, по-моему, количество комнат не хватает, где мы могли бы продолжить выселять себя и сражаться, да, то есть, как-то, наверное, так, не знаю. Но все равно, что-то новое прям, это удивительно. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Мы полностью все это сделали, и... 480! 480 очков надо было забрать. Как я понимаю, у меня их намного больше. Как я... минимум 600. Замечательно, слушайте. Ну, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик, смотрите видео до конца и подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. Увидимся, пока-пока.